Ситуация с гриппом в Одессе постепенно нормализуется. Скорее всего, карантин завершится в следующий понедельник. Заболеваемость ОРВИ снижается, но эпидпорог все еще превышен на 15%. По информации областного лабораторного центра, за минувшую неделю инфекцию подхватили 6 тысяч одесситов, 2/3 из них – дети. Напомню, с 28 января в одесских школах ввели карантин до 10 февраля. Позднее он был продлен до 17 числа.